южный курортный городок, приехал цирк. И плановик Чередниченко отдыхал в том городке. Мы впервые замахнулись на такую необычную форму. Мы, по сути, ее сами выдумали. Кино-драм-спектакль. Мало того, он у нас по гранту президентского фонда культурных инициатив, что, как вы понимаете, ответственности добавляет. Вот мы как-то привыкли с вами, ходим в театры, и видео – это уже традиционно, да, то, что в спектаклях, в постановках бывает. Но мы пошли дальше. У нас теперь не видео, а кино. То есть, по сути, три короткометражных художественных фильма вплетены полностью в этот спектакль. Спектакль по 11 рассказам Шукшина. И поэтому получается, что три рассказа – это кино, а все остальное разыгрывается на сцене. И объединено это все общей идеей. Вообще интересно, что идея этого спектакля принадлежит помощнику режиссера и режиссеру киносцен Сергею Шелковникову. И когда он пришел с идеей Шукшина, мы все сказали: «Вау!» То есть, ну, это просто такое попадание. И также относятся зрители, когда мы говорим, еще тогда говорили, что мы будем ставить Шукшина, все такие: «Шукшина? Вау!» В общем, нам кажется, что это наша прям вершина на сегодняшний день. Подготовка к этой премьере у нас длилась около полгода, даже чуть больше. Дело в том, что мы сначала снимали киносцены, снимали в трех разных локациях, снимали в области, снимали на Алтае, снимали в Сочи. Потом, собственно, вернулись сюда, в Новосибирск, и уже взялись за репетиции непосредственно, собственно, самого спектакля. Поэтому был процесс очень растянутый, и сегодня такое ощущение, что наконец-то это, ну, случилось, наконец-то все зрители увидят то, что ты очень долго готовил.